Myself, Senior Maglow, introducing to you first, fighting out of the blue corner. Бойцу 29 лет, его рост 182 сантиметра, вес 77,6 килограмма. Его профессиональный рекорд 9 побед, 6 поражений и его стиль ударная техника. Ladies and gentlemen, he's 29 years old, standing 182 centimeters tall, weighing at 77.6 kilos. He's a striker with professional record 9 victories with 6 defeats. Representing Venezia, Italy, here is Christian Prince. Его соперник красным углом. His opponent fighting out of the red corner. Бойцу 36 лет. Его рост 172 сантиметра, вес 77,3 килограмма. Профессиональный рекорд 12 побед, 9 поражений и его стиль грэпплинг. Ladies and gentlemen, he's 36 years old. He stands 172 centimeters tall. Official weight 77.3 kilos. He's a grappling specialist with professional record 12 victories with 9 defeats. Дамы и господа, приветствуйте из Минска, Республика Беларусь, вот он, Руслан Голодко! And your referee judge, Максим Протасов. Максим Протасов в качестве рефери, Руслан Голодко против Кристиана Бринзана, полусредняя весовая категория. Продолжается турнир AC-155. Мейн-карт вашему вниманию прямо сейчас. Формат этого поединка 3 раунда по 5 минут. Говорили мы на ACA Fan Day с Русланом, что он начал свою карьеру в 2004-м. Чтобы вы понимали, для сравнения, в 2005 году дрался Федор Емельяненко с Мирко Крокопом. Представьте себе, насколько давно уже выступает Руслан, какой большой опыт. И вот сейчас, по-моему, даже движения лишнего не делает. Руслан очень четко работает. А и очень хорошо давит на соперника, сверхуверенно. Но не будем забывать, что Бринзан нокаутер в первую очередь. Он прекрасно пробивает через руку. Хорошие боковые удары, но здесь чуть было сам не налетел на встречную атаку. Да, банка у Бринзана вот эта пресловутая присутствует. Он очень хорошо может правый... Ух ты, вот здесь какая хорошая связка была, хай-кика с ударами на руках. Да, но при этом... Характер встречи не меняется, по-прежнему идет вперед Гладко. Говорят из угла, транкило, транкило, спокойней, спокойней. Смотрим, и здесь шикарная атака, пробил еще и коленом здесь Гладко. Увеличивает темп, почувствовал, что может здесь все завершить, полетели удары, но там много по защите. Все лицо красное сейчас у Кристиана Бринзана, там наприлетала ему основательно, сечка. Образовалась не очень глубокая, но понемножку идет из нее кровь, и он пытается отстреливаться. Немного отпустил ситуацию Руслан. Решил подождать для того, чтобы опять запереть соперника по корпусу лево-право. И опять клинч. Подобрался на удобную дистанцию Гладко. Забирает эпизод за эпизодом. Всего лишь полторы минуты позади в этом бою. Хай-кик, но его увидел Гладко, защищался. Разбил нос сейчас Руслан своему оппоненту. Не форсирует события, а вот этими... взрывами живет, скажем так. Ой-ой-ой. По селезенке дважды еще одно колено. Вот просто пугает какая-то машина моторная. Я даже не знаю, как назвать эти движения от Руслана Гладко. Потому что прагматизм жестко просто работает на уничтожение и полный, тотальный разбор оппонента. А вот сейчас сам пропустил. Немножко отлетел назад. Хай-кик по защите, но все равно ощутимыми были эти удары. И никуда не летит Руслан. Да, при этом затруднено дыхание совершенно точно у Кристиана. И опять. Вновь колено. Еще одно. Какой апперкот. Добавляет вновь колено. Справа, слева. Еще раз слева. Еще раз справа. Просто настоящая кровавая баня. В исполнении Руслана Гладко. Он пытается добить Максима Протасова. Уже хочет остановить эту встречу. Но пока этого не делает. Потому что пытается подняться. Активная защита требуется от Бринзана. Ну что, будет остановка или нет? Еще один удар. Сколько должен бить Руслан этого человека, чтобы Максим Протасов вмешался? Одна кровь на лице. Две минуты с лишним. Там уже поднимался секунда для того, чтобы забежать в клетку. Но нет, бой продолжается. Ну, Кристиан действительно обладает какой-то невероятной устойчивостью. И продолжает драться, несмотря ни на что. Вот это воин. И вот это Максим Протасов, который все это прочувствовал, понял, что не надо останавливаться. Нет еще того самого движения.
Улыбается Колодко. Здесь сам может, на самом деле, очень тяжело. Эпперкот через руку прилетает. Вот это войны! В клетке сейчас размашистые атаки от Колодко. Он тоже уже под выдохся. Локоть с короткого расстояния. Здесь колени опять летят в голову. Бринзен бежит вперед. Вновь берут паузу небольшую. Хайкик там по защите, вернее, мимо. И здесь воспрял духом немного Кристиан Бринзен. Он понял, что сейчас есть несколько его секунд, что он в борьбу пойдет. Да, попытка здесь завязаться в борьбу. Действительно, минута 10 до окончания первого раунда. На волоске просто был Кристиан. Здесь восстановился, вернулся в поединок. Кто-то говорит, что на волоске был и Алексей Махно в бою с Колодко. Но тогда встречу остановили. Вновь целится в голову Кристиан. Не очень академично бьет, но самое главное, продолжает атаковать, даже несмотря на такой серьезный урон, который был нанесен ему. Да, второе дыхание у итальянца точно открылось. А вот у Руслана сейчас определенная пауза. Нельзя застаиваться, ни в коем случае. Подбирается все ближе Бринзен. Ищет атаку. И опять клинч. Но нужны чистые удары. Не совсем понятно, что сейчас делает Руслан. Берет паузу, наверное, подзадышал он. Повыбрасывал очень большое количество ударов. Нужно восстановиться ему. И поэтому он подсушивает этот поединок. Вернее, этот раунд. Для того, чтобы перевести дух в перерыве. Да, вот так со стороны эта пятиминутка была абсолютно классической. Когда один из бойцов лишним потратился. А Бринзен сумел переждать. Алексей Яценко здесь же наблюдает за происходящим в клетке. И понятно, что Руслан первый раунд выиграл. Здесь же сомнений нет? Нет. Но это раунд, который уже как бы говорит, что дальше все будет понятно, и Бринзен перевернет игру. Ты в это веришь? Вот в этом как раз и есть ключевая интрига этого поединка. Я, честно говоря, не берусь давать каких-то оценок, потому что... А я не говорю про оценки. Я говорю, веришь ли ты в то, что Бринзен перевернет? Может, нет? Вполне может. Тут вопрос в том, опыт, насколько будет богаче опыт Колодко, сейчас умение вести этот поединок, распределять правильно силы. Бринзен же тоже не железный, он же сейчас очень много навыбрасывал ударов, и даже находясь в таком дисбалансе, да, скажем, после урона, он все равно продолжал идти вперед. Но есть же такое выражение, везет тому, кто везет. И когда у тебя начинает получаться, ты уже окрыленный, летишь вперед, начинаешь работать по-другому. Вся драма заключается в том, что окрыленным можно лететь, но наткнуться на встречный удар. Второй раунд, поехали. Сразу ныряет под левый боковой Руслан Колодко. Тоже не спешит никуда. Сайдкик очень хороший от Бринзена. Вообще мне нравится его активность. И вот он заставляет своей активностью как раз поверить в то, что он может перевернуть этот поединок. Да, никуда не побежал Руслан. Пока ждет. Левую ногу отдал. Там пара калф-киков уже прилетела. Говорят, дыши, дыши. Прицеливается апперкотом справа Кристиан Бринзен. Да, просит оверхенд уже в углу. Не могут допроситься у Кристиана Бринзена. Ух ты! Весь зал сейчас услышал. Весь Минск, наверное. Не самые высокие скорости. Руки опущены у Бринзена. Сейчас он уверен уже в своих перемещениях, в том, что ему хватит реакции для того, чтобы уйти с линии атаки. Дергают друг друга. Опасно может попасть и тот, и другой. У Колодко серьезная колотушка. Но и также Руслан понимает, что нельзя потратиться вот в одном эпизоде. Если не получится, то потом уже будет очень тяжело. Да, он уже это понял, навымахивался. Хорошо нырнул. Здесь сразу наказал за этот микроэпизод. Хороший апперкот. Задвигался Кристиан. Ну что ж, первым номером работает Руслан. На уклоне. Неплохо. Еще один лоу-кик. Да, увлекся он попыткой выбить вот эту ближнюю ногу у Кристиана. И вот сейчас уже попытался хай-киком догнать, но там уже Бринзен убежал. И опять вот этот терроризирует. Тот самый удар терроризирует ближнюю ногу, под колено туда еще бьет Колодко. Намеренно, чтобы лишить перемещения и мобильности своего оппонента.
Три минуты с небольшим еще во втором раунде. И опять по корпусу. Ну, пока больше делает в этом раунде Бринза. Начал стрелять Бринза. Он очень много попал. Здорово. Но вымахивается, конечно, точно, абсолютно. Кристиан, когда вот так ныряет хорошо под удар Колодко. Попытка побороться здесь глубоко очень садится. То есть, получается, Бринза здесь может наступить на те же грабли, на которые наступил и Руслан чуть ранее. Ведь со стойки гильотина не получилось. Да, совершенно верно. Бэквист мимо. Локоть на короткие, хороший шанс. И опять тайский клинч, но никак колено не доходит до цели. Локоть от Бринза, но он отдал спину, хороший зацеп. Вот Колодко заправляет он одну ногу, но полноценно забрать спину пока не удается. Можно, можно отсюда бить. Да, сейчас будет терроризировать из этого положения абсолютно точно Руслан Колодко Кристиана. Причем так, ненавязчиво, скажем так, будет терроризировать. Стаскивает от сетки, чтобы заправить ноги. Хорошо, начинает грузить. Вот сейчас выбрался Кристиан из этой борьбы. И обоюдно здесь очень жестко, едва не сталкиваются головами бойцы. Очень кровавый бой. Это второй вообще претендент поединок, скажем так, на бой вечера. С точки зрения ожесточенных противостояний, как корпусом сейчас по-боксерски работает Руслан. Колено добавляет. Да, выбрать сегодня лучшего будет очень тяжело. Локти на городке справа уже от Колодко. Чуть больше минуты. Упал темп. К активности рефери не призывает, но практически ничего не происходит. Вот здесь может быть опасно. Опять нырнул под удар Колодко. Таких каких-то лещей пытается дать, по-моему, даже не ударить на выходе из клинча Колодко. И вот здесь, опять же, на сближении уже был чуть лучше Бринза. Капа вылетела, все в порядке. Вообще непонятно, где возьмут ребята кислород на третий отрезок. Я думаю, просто скорости упадут, а и удары будут реже, но плотность будет примерно та же. На одиночные перешел и Кристиан, и Руслан, ну и понятно. Но ударную комбинацию с обилием финтов сейчас привести уже очень тяжело. Опять вот этот сайдкик проходящий в очередной раз. И вообще удары по корпусу в этом раунде многое сделали для возможной победы Кристиана в раунде. Хорошая концовка раунда была. Эффектная. Что ж, действительно, очень событийный раунд получился, очень близкий. И я тут заметил, что в судейском корпусе просто очень много отметок, очень много технических действий было, которые идут в зачет, и все это нужно учитывать. Скажем так, было что посчитать, было что оценить, было о чем подискутировать, и будет, я думаю. Третий раунд, раунд 3. Итак, заключительный отрезок, очень важный сейчас для каждого из них. Битва за кислород начинается прямо сейчас на Фалькон-арене. Есть правый прямой силовой от Колодко в самом начале. Вмещается влево от себя в сторону, срезает угол Руслан. Как и в первом раунде. Хорошо стал джебом начинать атаки, очень правильно прицеливаясь. И сразу же можно остановить, например, сближающегося с ним Кристиана. Опять нырнул под удар. Двойка. Чуть-чуть не хватило.
Затяжной такой был хайкик. Здесь опять сблизился Кристиан, наполучал справа-слева. Там большей частью, да, по защите, но один был, как минимум, чистый удар. Да, здесь еще и инициатива переходит из рук в руки с точки зрения ударов руками в голову, да, ударов руками по корпусу. Но вот ноги у Кристиана работают точно лучше. По корпусу. Да, но бьет он не очень точно в целом. Да, Колотко при этом бьет мощнее, точнее, по корпусу и по голове руками. Еще один удар. Хорошая атака. Полторы минуты позади. Борьба в стойке. И вот так вот переводит Руслан Колотко соперника. Аналогичным образом ему удалось это сделать и в отрезке под номером 2. Но развить успех в борьбе не получилось. Довольно быстро тогда поднялся Бринзон. Здесь сушит бедро Руслан. Да, контроль и определенные баллы тоже в актив идут белорусскому спортсмену. Пытается выбить опорную ногу, не давая возможности подняться Кристиану. Рывком пытается развернуться, неудачно там, хорошо. Прихватил его Руслан, не давая возможности для маневра. Еще раз попытка выбить опору. Да, чуть-чуть подтащить корпус и просто сверху лечь своим, нагрузить. Этого уже может быть достаточно на фоне усталости. Сложную задачу сейчас решает Кристиан для того, чтобы и подняться, и развернуться одновременно. И очень много физических сил необходимо будет потратить на это. А вот Колотко здесь контролирует сзади, нависает всем весом для возможности подняться. Очень тяжелый бой получается для Руслана. Возможно, в первом раунде у Колотко были совершенно иные мысли по поводу исхода этой встречи. Но по факту мы видим именно такой бой, который заканчивается вот в такой борьбе, где нависает, как коршун просто, Руслан над соперником и стабильно работает левой ногой по бедру. Бринзон крутейший боец. Как ни крути, у него может не хватать в скиллах, в качестве, в умениях, но в характере там просто на двоих можно еще бойцов раздать. И здесь есть перевод. Это полноценный тейкдаун. Опять начинает подниматься. Ну и кажется, сейчас, возможно, начнется шить опять бедро или все-таки будет бить в голову. Пока три точки. Сейчас можно коленом в голову. Да, но не стал. Очень тяжелый маневр предпринять. Хотел бросить влево. Попытка за корпус здесь. Опять разворачивается, казалось бы, Кристиан. И... Бринзона просто нет сил. Он все понимает, как нужно делать, чтобы выйти из этого клинча. Все знает. Тело уже просто... не слушается и не хватает сил. Так же, как и не хватает сил Руслана провести этот тейкдаун под две ноги. Широченная защита. Ну что, выдергивает? Да! Хорошо. Опять левой ногой очень аккуратно. И с внутренней, и с внешней стороны работает. Колотко, диагональный контроль. Хороший, шикарный хавгард за 50 секунд до конца третьего раунда. Ну что ж, вымучивает эту победу Руслан большим-большим трудом. Вытащил очень хорошо таз и так зацепил слева мгновенно. То есть первый раунд очевидно, третий раунд очевидно, второй безумно близкий. Но получается уже неважно. Да, вполне. Вполне может быть и так. Здесь пытается плечом даже ударить Руслан Колотко. Освобождает левую руку. Ух, там прилетает Бринзону. Даже несмотря на то, что он, в принципе, в глухой защите находится, попытка встать лишает опять такой возможности Руслан. И давая подняться... Плотно здесь засел в диагональном контроле, но как будто в боковом. Последнее мгновение. И вот так вот ударно завершает эту встречу Руслан Колотко. Все. Время вышло. Браво. Браво, Руслан. Перетерпел, переждал, сдюжил. Смотрим повторы. И ждем судейский вердикт. Молодец.
хватает, а ты хотел, чтобы хотел. Если бы все хватало, ты бы закончил первым. Вылочился. Там уже все. Там уже могли остановиться. Вылочился. Ничего. Заедать. Не хватило. Дамы и господа, аплодисменты бойцам! After the end of action, we go to the Georgia scorecard. Обратимся к судейским запискам. Итак, 30-26, 30-27, 30-27, 30-27 и 29-27. 30-26, 30-27, 30-27, 30-27 and 29-27. Таким образом, единогласным решением судей победу одержал your winner by unanimous decision, Руслан Голодко! И аплодисменты его сопернику Кристиану Принцану. Руслан, несколько слов после поединка. Поздравляю тебя с победой. Неофициальный счет Беларусь против всего мира пока, я понял, 4-0. Ждем еще боя Артема Домковского. Поэтому дайте шум Руслану Голодко! Давай поговорим по бою. Ты был как никогда близок к досрочной победе, но Принцан выстоял. Какие были мысли у тебя в голове? На самом деле, да, был близок. Выстоял, молодец, уважение ему. Чуть не хватило сил где-то добить его. Зарядился, ну, бывает как бывает. Ну, по-моему, ты просто не стал дальше тратить силы, понимая, что впереди еще потенциально может быть весь поединок, не так ли? Ну, если смотрелось так, то да, но я выложился там нормально, прилично. В углу секунданты сказали, что ты слышишь хорошо. Что они имели в виду? Когда они подсказывают, я слышу хорошо. Не всегда все делаю, потому что ленюсь. Лень — это наш самый главный враг. Отлично. Расскажи, пожалуйста, с кем бы тебе хотелось провести следующий поединок? Кто тебе интересен как оппонент? Честно, я ждал этот вопрос. Ну, как в этой лиге я новичок, грубо говоря, дебютант. Поэтому я буду ждать, что предложит мне лига. Когда мы сделаем еще несколько побед, мы будем заявлять. Сейчас пока мне еще это рано. Отличное начало. Тогда кого бы ты хотел поблагодарить? Я хотел, конечно же, поблагодарить моих тренеров. Юрия Витальевича Булацкого, Леонидовича, Андрея Николаюка. Его сейчас нет, он на других соревнованиях. Мою всю команду, с которыми Академия ММА. Алексея Николаевича Нцеповича, то, что делает для нас все. Андрея Макаренко тоже не вижу. И всех близких, кто меня поддерживал. Конечно же, хочу сказать спасибо моей жене. Она где-то в зале, я тебя люблю. И у нас все впереди. И, конечно же, спасибо лиге ACA, то, что дает нам эту возможность. Мы будем делать дальше больше по возможности. Всем спасибо, всех обнял. Ваши аплодисменты, Руслан Голодко!